Слава роду вашему, меня зовут Никола Соболев, и, как вы уже знаете, вчера прошел день Ивана Купалы, а значит, нам презентовали новую букву. Наконец-то! Кирилл и Мефодий появились в своих традиционных косоворотках. Гойси, люд добрый! Здравы будьте! Кирилл и Мефодий! Ну и, как всегда, они начали с подведения итогов прошлого года. В прошлый раз мы презентовали три новые буквы. Г, Д, Е. И буква Д стала самой часто используемой буквой прошлого года. Друг, дом, дневник. Эти слова быстро вошли в наш обиход. Вы пользуетесь буквой Д? Да! И вот потом и началось самое интересное. Они перешли к презентации новой буквы. Сегодня мы хотим показать вам нечто новое и ультрасовременное. Аналогов этой буквы нет ни в одном конкурирующем алфавите мира. И эта буква... Йо! Да, да, вы не поверите, но это буква Ё. Они просто взяли букву Е и просто прибавили к ней две точки. Они пытаются нам выдать это как что-то новое, что-то революционное. Фу! Конечно, у Кирилла и Мефодия нашлась куча аргументов, почему эта буква самая великолепная, почему она уникальная. Благодаря букве Ё на Новый год у вас дома будет стоять не ель, а ёлка. Та колючая крыса, которая бегает у вас в огороде, теперь будет называться ёжик. Буква Ё будет доступна в двух вариантах. Одна большая заглавная. И бюджетная прописная маленькая. Они еще долго-долго приводили примеры, как эту букву можно использовать. Ёрзать. Ёмки. Ёк-макарёк. Теперь появится новый цвет. Он будет называться желтый. Скажи, как тебя зовут? Маша. Теперь ты будешь Лёша. Еще они рассказали про обновление буквы «Д». Вы помните прошлогоднюю букву «Д»? А вот вам и обновление. Прописная. Я не знаю, как кажется вам, но лично по моему мнению, Кирилл и Мефодий в этом году не придумали вообще ничего нового. И думают, что люди этого просто не заметят. Если выражаться их языком, они просто ерничают над нами. Может быть, в следующем году нас ждет что-то новое, но знаете, я вообще не удивлюсь, если Кирилл и Мефодий просто возьмут, например, букву «И» и добавят к ней запятую. Вот так это будет выглядеть. И, конечно, они придумают этой букве какое-то название. Слов нет, знаете. Целый год ждать. Ёбаный рот! Ладно, ребят, всем спасибо. С вами был Никола Соболев, или, может быть, Николай Соболев. До скорых новых встреч.